участники конкурсно-фестивальных выступлений. Уже который раз, мы даже сбились со счета, уже который раз на самых лучших концертных и театральных площадках замечательного города Вены, столицы мирового искусства, проходит выступление участников фестиваля «Фестивальные мосты. Венский вальс». Ваши аплодисменты. Пожалуйста, поддерживайте участников, активно принимайте участие в работе наших выступающих и, конечно, в работе жюри. Чем ярче ваши аплодисменты, тем лучше выступают участники и тем радостнее настроение у членов жюри. А их отличное настроение нам с вами просто необходимо, потому что лучшие музыканты города Вены и России специально выделяют время для того, чтобы оценить уровень вашего мастерства. Кто-то участвует первый раз, а кто-то уже неоднократно приезжает в этот город, и я думаю, с каждым разом его исполнительское мастерство растет. Итак, под ваши аплодисменты я вам представляю председателя жюри. Ася Давидов, магистр, профессор Венской консерватории, солистка театра Венской оперы, исполнительница более 80 ведущих оперных партий. Господин Йозеф Покривко, известный балетмейстер современности, главный хореограф театра Баден-Амфин. Анна Мелник, профессор Венской консерватории, кафедры инструментальной музыки, постоянный член жюри профессиональных конкурсов исполнительной в разных странах Европы. Светлана Дмитришина, член Союза концертных деятелей России, отличник народного образования России, председатель конкурсно-фестивального проекта «Виват Талант». Итак, мы начинаем прослушивание конкурсных выступлений. Первый блок.